Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в ежегодной студенческо-педагогической школе «Старт». Подробнее о программе в сюжете нашего корреспондента. Школа «Старт» — это уникальный проект, направленный на усиление методической подготовки будущих учителей. В этом году образовательная программа школы была посвящена новым тенденциям и форматам, внедряемым в современную учебную деятельность. В качестве наставников выступили опытные учителя, призеры всероссийских педагогических конкурсов, а также руководители передовых образовательных учреждений. Сегодня я вела публичную лекцию на тему «Школьный учитель. Как обеспечить безопасность?», потому что каждый из тех, кто сегодня сидел в аудитории, я надеюсь, придет в школу, станет учителем. И будет очень важно, чтобы он сам умел реагировать в ситуациях, умел их видеть и вести себя адекватно. В программе педагогической школы «Старт» было представлено более 25 мастер-классов и публичных лекций. Студенты обсудили вместе с наставниками широкий спектр вопросов, начиная от работы с дошкольниками и заканчивая методикой подготовки к ЕГЭ. Я участвовала в этом году в первый раз в педагогической школе «Старт». Мне очень понравилась эта школа. Я думаю, нам эти мастер-классы очень пригодятся, так как мы должны были изначально сами попробовать, а потом уже будем использовать это в преподавании и будем показывать своим ученикам. Широкий интерес вызвали вопросы полилингвального образования и внедрения цифровых технологий в учебный процесс. В рамках школы «Старт» также состоялась встреча с ветераном педагогического труда Фридой Шакировой и директором многопрофильного лицея номер 37 Нижнекамского района Динарой Котляр. В бытовом понимании у населения им кажется, что если школа без отстающих, значит там не ставят двойки. Это совсем не так. Понятие школы без отстающих — это школа равных возможностей для детей. То есть если он не может проявить себя в учебе, то он в другом, в чем-то очень талантлив, он проявит себя в чем-то другом. В рамках педагогической школы студенты Елабужского института не только получали ценные знания, но и разрабатывали собственные проекты с целью их последующего развития и применения в педагогической практике. Каждый студент принял участие в защите своего проекта перед наставниками школы и преподавателями Елабужского института КФУ. Амир Ахтямов, Энжей Минибаева, Айдар Нурмиев, Универньюз.